Кем ты себя считаешь вообще, кто ты? Ну, человеком в первую очередь. А, в первую очередь человеком. А ну, почему да. ты так решил? Ну, как бы, уже как вырос, наверное, был уже в своем плане. Не состоявшийся человек, но уже человек все равно. То есть, уже могу сам мыслить о чем-то своем и делать поступки такие, какие я считаю нужными. Я человек с большой буквы. Почему? Потому что так говорит Писание, что я обрел сам себя только тогда, когда пришел к Богу. Ты что о себе думаешь? Удачливо. Удачливо. А почему ты так о себе думаешь? То есть на основании чего? Просто тебе кто-то сказал об этом? Или... Нет, карьера. Карьера. То есть ты, у тебя все получается в жизни, да? Ну, пока идет вверх. Ну, я являюсь христианином, в первую очередь, конечно же. Я служу Богу, я люблю Бога. И я все свое свободное время и стараюсь как можно больше времени посвятить Богу. И я живу ради Бога. А что ты думаешь о себе? Вот, кем ты являешься? Человеком, наверное. Человеком. Ну, я являюсь Детем Божьим. А на основании чего ты так решил? Ну, на основании того, что Священного Писания и Дух Божий, он свидетельствует о том, что я его сын. Ну, я себя не считаю крутой, но самодостаточно я себя считаю. А почему ты так о себе думаешь? Ну, потому что то, что я задумываю, какие-то мои жизненные цели, они постепенно исполняются. Ну, на самом деле, я поняла, кто я есть, когда я стала верующей. Ну, когда Бог мне сказал, что я особенная, что нет таких больше, как я. Ну, это было классное ощущение, потому что до этого всегда хотелось там с кем-то сравнивать себя. Ну и думать, что на что-то, может быть, не способна. Ну а сейчас я человек, я знаю, что я та, которая очень любима Богом.